Подожди, я табурет принесу. Вот. Так, это вот 29 октября, 16 год. Первый снег в Харькове. Я уже пока ты не очень сделал. А, вот эти крапленки, это снег. Понял. Майнкрафт, я хочу в кости. Сейчас накидает. Сколько там температура? 0 градусов. Да, пока. А? Да, покупал. Ну это нормально. От холода нога меньше стало, вот он и свалился. О, прям к нам окошко летит. Да. Да ты смотри, прям на глазах увеличивается. Да? Видишь, уже много. Только что ж вообще одна-две штучки падало, снежинки. Одна штучка, а тебе по 100, наверное. По 100? Мне по 150, пожалуйста. Вырежешь потом это. Дядя листву загребает. А назад в помещение уже тропинки будут лопатой прокапывать в сугробах. Ага. Наверное. Ветерочек, ё-моё. 9 утра по Киеву. Снег! 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 Иди посмотри, крупа какая валит, сын. Вот это да. Пришел, батя. Ай, блин, тут полный град. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Не холодно вам будет, да? Да, ну вот и зимушка зима. Вот и зимушка зима, она накрыла все зима. Ладно, пошли. Это слишком высоко ты стоишь, опусти чуть ниже. Пап, только отойди, я хочу... Опусти его, да, вот так. Блин, она мне на тапок наступила. Ай, блин, ай, блин, ай, блин. Давай. Не могу ногу достать. Да, ноги сейчас дефицит. О, растаяло. Снег растаял. Был снег, нет снега. Медленно, но верно насыпает.